Привет, ребята. А что-то мне захотелось, а... не резко выбрать, не дергать телефон. То оператор у меня такой. 25 раз уже говорил и 25 раз одни те самые ошибки. Захотелось супа фасолевого. Ну, я люблю. У девчонок спросила, Анюта не хочет. Люся не хочет, не едят. У Бодьки спросил, Бодька любит, так мы вот тут вот эти, ну, на куриных этих, шейки тут, такой жир, а это вот такая у нас фасоль белая, видите, вот, я ее вчера замочил, 6 минут смотрел. Вчера замочили, Аллочка принесла в подвале там у нас. А сегодня вот это я перебил на комбайне. И вот. Суп. Чтоб суп был мутный. Вот. А это мне надо для другого. Вот, поэтому сейчас мы ставим чуть картошечки почистим. Не ту горелку включил. Так, сейчас наберем водички, пока этот. Как ее зовут? Фасоль. Фасоль, да, елки зеленые будут вариться. А мы начистим картошки, морковки. Папа, сколько фасоль варится? Ой, я не помню, сынок. Надо посмотреть. Да. Миску для картошки. И лук. Смотри, как много свет. Угу. Так, морковку Богдан принес. А что тут у нас с луком? Лук есть. Картошки. Ну, на наш суп как раз хватит. А на ужин там другое блюдо у нас. У меня. А вот я сегодня на работе. Она-то, конечно, вчера наготовила. Ну, я давно уже просто ничего не готовил. Думаю, надо наготовить на ужин. Ну и так. Не знаю, чи мои принцессы мои будут кушать, чи не будут кушать. Но мы-то с Бочкой будем. А они ж у нас, что ты? Девочки нас переборщили. И то не хотят, и это не хотят. Так, еще одну луковицу. Наверное. Или где? Поэтому, ну, им там мясо есть. Аллочка вчера курятину. У духовки, у той газовой печки, в духовке на противне жарила. Чи запекала, чи жарила, не знаю. Что там она делала. Я вчера был на диете. Ел кашу с арбуза и с риса. Вот. Так. Это есть. Это убираем. Сейчас морковку. $4.40, пап. Да сегодня же у нас битва за трон. 4 или 5 там. Поэтому мне надо до битвы за трон успеть. Вы что, ребят, это ж серьезное дело. Да, не проведи Господь. Ох, елки за зеленые грязи. А деньги берут
Да все. А видите, что все горячее. Ёханый бабай. Это еще нормально, там вообще полностью вся в грязи была. Да тоже. Я выбирал такую. Дулят, дулят нашего брата. Так, девочка, ради уроки учить. Учить уроки, уроки учить. Бросай, бросай, уходи отсюда. То сейчас поподметаем. Видите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ужас, ужас, ужас. Ты его пока дождусь, я его лучше почищу. А то я металлическую эту посудомойку, это как она называется, там сюда. Не, да все мы так, чик-чик-чик и все. А это, ну куда ты ее пока от грязи. Да пока помоешь, проще почистить. Пап, уже 6 минут. Поняли? Проще, проще. Проще простого. Вот. Так. Все, сейчас помоем. Это нам хватит и на второе блюдо. Так, нож. Помыть, морковку убрать. Так, так, сейчас сразу подмести. Ой, сразу ж подмести. А то он везде. А то девочки наши одна болеет. Уже четвертый день, ну вроде бы проходит. Вторая, как вот этот дедушка, ролики снимает. Да, она же тут строго. У нас девочки огонь, что вы думаете? Так, ну ладно. В общем, вы поняли, сегодня на ужин у нас с Богданом, или на обед, суп фасолевый. Кто любит, приходите. Пока.